Ребят, всем привет, меня зовут Юля, сегодня я вдоволь наговорюсь и буду очень счастливой, потому что давно не снимала ролики и безумно соскучилась по этому. У нас сегодня с вами будет классический обзор вещей, у меня будет 2 заказа с Алиэкспресс, с одного магазина, потому что я не могу его не включить в свой обзор, поскольку в любом случае получила вещи в рамках сотрудничества. И да, мне пришла вторая половинка из посылки с сайта Zafool. И сегодня мы с вами посмотрим немножечко аксессуаров и целых 4 вещицы, которые будут очень интересными. Если вам также интересно, то будем с вами смотреть на все эти вещи. Но перед началом этого ролика я бы хотела пригласить вас в свой инстаграм. Я его веду в максимально свободном, но при этом красивом формате. Часто появляюсь там в историях, вы можете там узнать обо мне чуть побольше и посмотреть какие-то подборки из образов. В ближайшее время я постараюсь снять для вас что-нибудь новенькое, интересное и активно стараюсь заполнять рилс. Присоединяйтесь ко мне в инстаграм, я буду рада каждому новому подписчику. Ну а мы будем смотреть вещи и приступать к самому ролику. Итак, почему я не захотела останавливаться долго на посылке, которая у меня с Алика? Потому что, в одной части из нее я сама прогадала, а в другой получилась какая-то фигня. Ну, давайте сразу с вами посмотрим. Вот эта штучка, это то, что, говорится, прогадала. Не буду вам долго ее показывать, камера все равно меня засвечивает, поэтому вам просто будет неприятно смотреть на меня. Это что-то связанное с шортами. Скорее, да, это шорты, но выглядит которые как юбка, потому что под низом там есть под плотной тканью именно шортики, а сверху выглядит как обычная юбочка. Я заказывала в самом минимальном размере, и это у нас XS. Ну, и здесь проблема моя в том, что просто мне это все оказалось маленьким. Я лиханула, сейчас вот посмотрела по всем биркам. И да, ткань здесь не натуральная, а я просто не влезла. Ну, влезла, но просто впритык по попе в эту штуку, и она мне оказалась очень короткой. То как бы подумайте сразу хорошенечко и сверьте размеры. Ну и что будет дальше? Дальше будет, кстати, то же самое. Я заказала тоже в минимальном размере вещь на том же самом сайте. И что я получила? Которая висит сейчас сзади меня. И, кстати, вот насчет рубашки ничего плохого сказать не могу. Она такая длинная, объемная и огромная, как будто бы мужская, но это женская все-таки рубашка. И она шла в комплекте с юбкой якобы, но это не юбка. Я вам покажу картинку, как это должно было выглядеть. Ну и могу вам сейчас отдельно также показать эту юбку. По итогу это выглядит очень не очень. Вот, я вам постараюсь показать это все в примерке, я думаю, что вы поймете, ну и из этих 2 частей в своем гардеробе я 100% оставлю вот эту рубашку, она классно подойдет под разные образы, ну и под фотосессии, потому что я обожаю все это, здесь, кстати, написано Design by Korea, и я не вижу никаких дополнительных бирок на самой рубашке, из чего это все состоит и так далее, ну ткань я чувствую, что не натуральная, в общем, я вам показала. Вы поняли, что, скорее всего, брать это не стоит, и, в принципе, идем с вами дальше. Приступаем с вами к Zafool. Что было в прошлом видео? В прошлом видео я была приятно удивлена, потому что ожидала от самого сайта каких-то меньших положительных эмоций. В принципе, из-за того, что мне пришло все довольно-таки хорошим, я была под приятным впечатлением. В принципе, это впечатление осталось и сейчас. Если вы не видели предыдущего ролика, то я предлагаю вам посмотреть сначала его и дальше вернуться сюда. Я вам хочу сначала, наверное, показать украшения. Одно из них у меня сейчас находится в ушах. Вот эти сережки, кстати, очень классные, они качественные, и они не помялись. Кстати, вот в этой второй посылке иголочки на самих украшениях не помялись, в отличие от предыдущего, потому что пару из прошлого ролика, одну мне пришлось выкинуть, я не смогла ее выпрямить, я ее не смогла открыть. Ну и какие сережки мне пришли в этот раз? Вот это моя боль, честно вам скажу, я не буду доставать даже из пакетика, постараюсь вам показать как-нибудь поближе. Они очень красивые, и я бы очень хотела их надеть, но на одной из 2 сережек просто отломилось колечко. Я никак не могу это починить. Это правда красиво, но максимум, что я могу сделать, это... Максимум, что я могу сделать, это оставить одну из вот этих штук в качестве подвески себе куда-либо, и то не факт, потому что здесь очень маленькое колечко, которое будет сложно куда-то прицепить. Зато 3 сережки меня очень сильно порадовали, так же, как и первые. Выглядят они вот так. Здесь тоже, кстати, относительно прямые иголочки, и не придется мучиться с надеванием этих сережечек, и выглядят они вот так. Очень красивые звездочки, которые переливаются. Здесь много всяких вставочек, камешков. Ой, здесь у меня немножко запутались висюльки. Думаю, что их тоже буду применять под какие-то свои образы. Ну, а теперь давайте будем приступать с вами к одежде. И первая одежда, это вот такой черный топ. Он сразу надет на мне. Очень красивый, кстати. Он
из ненатуральной ткани, которая неплохо тянется и относительно мягкая к телу, то есть ее очень приятно носить. Можно как поднимать, так и опускать, но с поднятыми плечиками выглядит гораздо-гораздо лучше. Здесь как бы отшитые тканевые чашечки без каких-либо вставочек и как бы корсетные швы. Думаю, издалека вам не очень сильно видно, постараюсь показать подробнее на примерке. Честно вам скажу, я не помню, сколько стоил этот топ. Посмотрите, я вам обязательно укажу это на экране, и уже относительно цены можете решать, нужен он вам или нет. Ну а я вам покажу сразу второй топ. Этот топ скорее применим больше под фотосессии или какие-то разовые мероприятия, потому что он очень интересный, экстравагантный, тут по-другому не скажешь. Сейчас вы все поймете, потому что выглядит он вот так. Не совсем понятно, но вот, вот эта штука находится спереди под грудью, и далее на перекрестие вы завязываете себе вот эту атласную ленту. Нужно смотреть, как это смотрится на теле, потому что вот так в качестве конструктора я вам точно не смогу ничего хорошо показать. И это тоже здесь минимальный размер, который был на сайте, эсочка. Могу здесь вам указать даже состав. 95% полиэстера и 5% спандекса. Понятное дело, что состав не натуральный. Но, кстати, вот эта штука внизу, она плотная, не тянущаяся, а сверху у нас идут такие а-ля атласные вставочки, ленты, которые переливаются. Выглядит красиво. Необычно, но я думаю, что, кстати, большую грудь особо вы сюда не положите, и вставок здесь тоже нет, то есть соски будут видны и все прочее, поэтому красиво пофоткаться и, скорее всего, забыть. Ну и у нас осталось всего две вещи, это будут платья. Вот это платье я вам просто не хочу даже показывать в руках, потому что оно выглядит как тряпочка в тот момент, когда ты его просто держишь в руках, потому что даже не особо ясно, как его надевать. Размер у нас здесь XS, здесь явно какая-нибудь тянущаяся просто стрейчевая ненатуральная ткань. Сейчас постараюсь найти для вас бирку. Да, 95% полиэстера и 5% полиуретана. Посмотрите, как оно смотрится на мне. Когда его надеваешь, кстати, оно начинает смотреться гораздо лучше и по-другому. Много, конечно, зависит от посадки по фигуре, сядет оно вам по фигуре или нет. Но в принципе, мне понравилось, как оно выглядит. И я бы его пару раз надела, в любом случае, точно. Но оно неплохое. Оно неплохое, ничего плохого реально про него точно сказать я не могу. И мы с вами переходим к последнему, также черному платью. И оно тоже из такой а-ля атласной ткани. По составу здесь 100% полиэстер, никаких надежд оно подавать вам не будет. И выглядит оно таким вот образом. У меня было в похожем платье фотография когда-то. Вот такие вот длинные вот здесь сверху вставки. И оно идет не под грудью, а больше на талии, судя по фотографии. И здесь очень-очень длинные завязки, благодаря которым вы можете себе нарисовать как талию, так и сделать какое-то, не знаю, необычное плетение на спине, что угодно сделать. В общем, я вам покажу, как это смотрится на мне. Платье, кстати, у нас в размере XS, село хорошо. Правда, мне очень понравилось. Может быть, юбка немного коротковата, но, кстати, я под ноги платья надеваю дополнительно шортик, и я бы его куда-нибудь надела, хотя очень-очень нестабильно оно себя ведет в районе декольте, в районе груди, и явно в какой-то момент может произойти небольшой такой казус. Поэтому думаем внимательно, возможно, где-то вот на вот этом расстоянии по ткани, которое есть необходимость в том, чтобы все это ниточками немного закрепить. Но платье прикольное. По поводу цены сейчас не скажу, все, правда, зависит от стоимости. Тоже на этом все, на этом весь ролик заканчивается. Я сейчас отсниму для вас также примерку, чтобы вы понимали, как это все выглядело на мне. В принципе, меня все устроило и все удовлетворило. В отношении Zafula у меня поменялось полностью мое мнение за год, потому что эта посылка меня порадовала, приятно порадовала. И платьишки, которые я заказывала в прошлый раз, до сих пор еще со мной, я от них не избавилась, не продала. Только одно платье, которое было красным. Вот, остальные сейчас по-прежнему здесь. Чего не скажешь про посылку с магазина первого, который я вам показала, с AliExpress. Тут как бы я заказ бы не стала повторять, на свой страх и риск просто это делается, потому что не факт, что это все будет адекватно и красиво смотреться на вас. Что ж, надеюсь, вам понравился этот обзор. Надеюсь, что вы просто любите мои ролики и в какой-то степени, даже если вам не был интересен обзор, посмотрели его просто, чтобы побыть это время со мной. Мы с вами увидимся в одном из следующих роликов. Я вас очень сильно люблю и целую. Пока!